Российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, Бату Хасиков и 5 интересных фактов о нем. Бату Хасиков родился в Москве, но вырос в Калмыкии. Там с 11 лет он начал заниматься каратэ кикусинкай под руководством Александра Алымова. Переехав в Москву в 1997 году, Бату продолжал тренироваться, а в 2000-х годах выиграл ряд соревнований по каратэ кикусинкай и каратэ сайвакай. Хасиков пробовал силы в рукопашном бою, боевом самбо, джиу-джитсу, тайском боксе, а с 2005 года начал на постоянной основе выступать в кикбоксинге фулл контакт с лоу-киком. С 2005 по 2010 год Бату стал трехкратным чемпионом России, завоевав чемпионские пояса в среднем весе в 3 из 5 ведущих организаций кикбоксинга. С 2003 по 2008 год Бату служил в рядах милиции, имеет звание старшего лейтенанта милиции. В марте 2008 года прохождение службы приостановлено в связи с избранием депутата Народного парламента Республики Калмыкия, впоследствии назначением членом Совета Федерации. На данный момент он депутат Народного парламента Республики Калмыкия. Бату Хасиков рассказывал о своих победах. «Я очень хорошо умею концентрироваться, это отмечают даже эксперты. Такая способность позволяет мне не только видеть ошибки в обороне противника, но и легко переносить его удары. Кроме того, я расчетливый боец. Могу весь раунд готовить один удар, от которого соперник ляжет». Бату является одним из основателей компании Fight Nice. Это ведущая промоутерская компания в России, деятельность которой направлена на формирование и развитие индустрии профессиональных единоборств, создание телевизионного контента. Компания популярна как в России, так и за пределами. До назначения члена Совета Федерации Бату являлся продюсером и бойцом компании Fight Nice. Бату снялся в нескольких популярных фильмах «Бой с тенью», «Вторая и третья часть» и в фильме «Воин». Спасибо, что смотрите канал «5 фактов о бойцах». Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на новые выпуски.